День физической культуры и спорта отмечали в Большом зале исполкома 7 сентября, за день до самого события. О том, что это праздник – дань признательности и уважения тем, кто выбрал в своей профессии тернистый путь к спортивным вершинам, физическую культуру и здоровый образ жизни, говорили пришедшие поздравить спортсменов и вручить им заслуженные награды городской глава Андрей Абрамченко и народный депутат Украины Юрий Круг. Всем тренерам и спортсменам, физкультурникам и ветеранам спорта, специалистам и руководителям физкультурно-спортивных организаций, любителям и поклонникам спорта они желали здоровья и спортивного долголетия. Наградили и почетных президентов городских федераций по видам спорта. Также награждали тренеров ДЮ США, председателей общественных спортивных организаций, тренеров и инструкторов. Кстати, помимо грамот и кубков, работникам физкультуры и спорта вручали ценные подарки от партии регионов. Оксана Карцелян, веб-студия «Курьер».